Криминальную деятельность серийного магазинного вора изучают сотрудники органов полицейского дознания. Ему вменяют несколько хищений товара из магазинов самообслуживания. Установлено, что фигурант, находясь в торговом зале магазина, брал с витрины алкогольную продукцию, кофе и другие продукты питания, прятал под куртку, после чего с неоплаченным товаром покидал помещение. Установить личность воришки полицейским удалось при помощи камер видеонаблюдения. Почти все магазины нынче оснащены такими приборами наблюдения, и у магазинного вора, уже известного правоохранителям, практически нет шансов. Так получилось и на этот раз. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили персонал торговых точек. Личность фигуранта была установлена. Им оказался 34-летний ивановец, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Похищенные продукты питания он продавал, а вырученные денежные средства тратил на личные нужды. Сколько лет вам? 35. Почему в отделе полиции оказались? То, что совершил преступление, украл два кофе с пятерочкой. Задержанный сознался только в одной краже, но полицейские полагают, что в его арсенале гораздо больше таких преступлений. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные кражи и провел в местах лишения свободы 4 года. Возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время подозреваемый помещен в СИЗО номер 1 по городу Иваново.